Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов. Альбена Ватчева. Вот что я нашел об этой художнице в интернете. Когда я была маленькой, мне случалось грустить. Я мечтала о волшебной палочке, чтобы создать мир. Шли годы, а я все еще чувствовала, что чего-то не хватает. Немного любви, волшебства. Однажды я отправилась на поиски далеко за горы и реки, в другую страну, страну искусства и дружбы, говорит Альбена Ватчева. Альбена – молодая французская художница болгарского происхождения, которая делает впечатляющие успехи. Ее работа является наследницей различных традиций, в том числе мастеров иконописи. Используя различные восточные источники, она создает мир тревожащей феи, который по-настоящему завораживает глаз. Настолько ее сияющие цвета создают волшебство. Нежные, любящие ее персонажи живут в мире мира, гармонии и взаимного утешения. Альбена живет в параллельной вселенной сказок, великих вселенских легенд, непобедимого детства и обладает выдающейся чувствительностью. Легкость и элегантность, которую она приобрела, позволяет ей выражать широкий спектр чувств. Духовная и чувственная, она, несомненно, находится только на заре более чем многообещающего путешествия. Перед нами подлинный талант, особенно учитывая ее недавнее вступление в сферу живописи. Участвовала во многих выставках в Канаде, в Нью-Йорке, Монако. Альбена знакомит нас с миром, свободным от насилия, наполненным любовью и состраданием, но не оторванным от реальности или фантазии. Она говорит: «Я обратилась к легендам, мифологии, мистицизму, которые так присутствуют в жизни болгар. Я использовала образы православных икон, буддизма, старых фресок и наполнила все огромным желанием показать, что я существую. Итак, я взяла кисть, свою волшебную палочку, и этот взрыв красок, до сих пор спрятанный глубоко внутри меня, заставил меня лихорадочно продолжать приключения». Ну вот так вкратце, по текстам из Википедии, о Альбене Ватчевой, французская художница болгарского происхождения. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.